квартире номер 2. Огнем повреждены домашние вещи, мебель и потолочные перекрытия на площади 12 квадратных метров. На данном пожаре получил ожоги кисти и лица гражданин города Бирска 1985 года рождения. Данный гражданин госпитализирован в Бирскую центральную городскую больницу для оказания помощи. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В настоящий момент дознаватель работает на месте пожара.